Парад профессии под названием «Все работы хороши» прошел в Петропавловске. Участники мероприятия – воспитанники клубов городского детско-юношеского центра внешкольной работы. В мероприятии приняли участие более 100 детей из 18 клубов. Подробнее расскажет наш корреспондент. В Петропавловске действует 23 клуба для детей и подростков. Здесь эффективно проводят свободное время около 5000 детей. Такие клубы существуют во всех районах области. Ребята являются победителями различных международных и республиканских конкурсов. Поэтому среди клубов часто проводятся соревнования. Сегодняшний парад профессии тому подтверждение. Конечно, повышение эффективности профориентационной работы всегда стоит на первом месте. Мы выявляем и развиваем творчески способных воспитанников. Главная цель нашего центра профориентации – это помочь определиться с правильным, с осознанным выбором профессии. Организаторами являются городской внешкольный детско-юношеский центр и молодежный ресурсный центр. Мероприятие принимает участие 130 детей. Такие мероприятия нужны для того, чтобы дети, они не забывали профессии, и чтобы они уже в дальнейшем нашли свой путь и шли по своей профессии на ту профессию, на которую они хотят. На сцене дети продемонстрировали такие профессии, как врач, полицейский, пограничник и летчик. Мне 14 лет. Я из клуба «ЖАС Сарбас», учусь в 16-й школе. Я представляюсь из себя пограничника, который защищает нашу родину, чтобы мы спали спокойно и без проблем. Здесь я в этом конкурсе уже 2 года участвую подряд, 10 лет на сцене. Везде участвую. Артист театра имени Погодина. За лучший творческий номер ребята будут награждены грамотами и ценными призами. Камиля Хамидуллина, Айнур Дусан, Султан Укенов, служба новостей.